20 сентября на тропах парка имени 30-летия ВЛКСМ было бодро и весело. Более 80 воспитанников адаптивных школ Омской области приняли участие в традиционных соревнованиях – осеннем легкоатлетическом кроссе. 12 команд, 3 возрастные группы и соответствующие категориям дистанции. Воспитанники младшего возраста преодолели дистанцию 300 метров, среднего 500, а старшего 1 километр. Я уже занимаюсь этими соревнованиями 3 года, и мне очень нравится. Что нравится бегать? Все нравится. Соревноваться, решать, кто сильнее. Как тебе соревнования? Хорошие. Я вот бегала сегодня, это было очень круто. Самыми подготовленными и быстрыми в этот день были Евгения Шут, Константин Литвиненко, Данил Первушин, Елизавета Кноль, Мария Федоренко и Дмитрий Тукумбаев. У меня хорошее настроение, мне что-то еще хочется побегать, чтобы еще получить грамоту. У меня уже вторая это медалька. Тут посильнее соперники, чем в большевках там. Не знаю, тут интереснее бегать. Я упорно тренировалась. Спасибо моему тренеру Борису Валерию Ивановичу. Он меня готовил к этим соревнованиям. Больше заданий выполняла. Какие задания? Быстро бегала на отрезке. Тренировался, ускорение делал. Каждый день бегал по километров 10 где-то так. Осенний кросс – первый вид, который входит в программу спартакиады «В спорте все равны». Ребятам предстоит также выявить лучших в легкой атлетике, настольном теннисе, мини-футболе и баскетболе.